Порядок предоставления отчетности и уплаты страховых взносов в 2017 году. С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование будет осуществлять Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской Федерации будет продолжать администрирование в части страховых взносов, уплаченных лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, и дополнительных страховых взносов на накопительную часть пенсии. Пенсионный фонд Российской Федерации продолжает прием сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВМ не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным. Сведения о стаже застрахованных лиц ежегодно не позже 1 марта следующего года. Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплаты взноса работодателя не позднее 20 дня со дня окончания квартала. Копии платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию за истекший квартал не позднее 20 дней со дня окончания квартала. ПФР продолжит осуществлять контрольные мероприятия по периодам, истекшим до 1 января 2017 года в части приема отчетности по форме РСВ-1 за 2016 год в срок до 15 февраля 2017 года на бумажном носителе и до 20 февраля 2017 года в электронном виде. Прием и обработку других расчетов, уточненных расчетов по страховым взносам. Проведение камеральных и выездных проверок и вынесение решений о привлечении, об отказе в привлечении по результатам камеральных и выездных проверок, а также принятие решений о возврате излишне уплаченных взысканных сумм, списание невозможных взысканий сумм недоимки по страховым взносам, пеням и штрафам.